Мастер спорта России по самбо, обладатель второго дана по дзюдо. Ульяновец Максим Живакин в спорте всю сознательную жизнь. Четверть века назад спортсменом защищал честь региона в областной команде. Теперь, вот уже 22 года, тренирует детей. Правда, постоянного места работы до нынешнего сентября не имел. Но зато теперь основной тренер клуба «Факел». Подключился к федерации самбо также. Вот, выделили нам ковер, на котором мы тренируемся. Вот. Ну, мир не без добрых людей. Кто-то помог финансово, кто-то помог материально как-то. То есть, и вот общими усилиями сделали такой зал. Этот зал единоборств клуба «Факел» открыли в одной из школ Заволжского района. Руководство школы пошло навстречу и выделило зал размером 10 на 10 метров. Его оборудовали силами тренера и меценатов. Например, региональная федерация дзюдо выделила деньги на ремонт. Теперь в секции под руководством Живакина занимаются около 60 ребятишек, парней и девушек. Лучшая инвестиция – это инвестиция в детей. И чем больше придет людей сюда тренироваться, чем раньше будет это по возрасту, тем это лучше. Тем будет надежнее база закреплена в человеке, тем больше гарантии то, что у него будет стержень и то, что он достигнет успеха в жизни. За 22 года работы тренером Живакин воспитал несколько кандидатов в мастера спорта, победителей и призеров первенства Ульяновской области. Нынешние планы амбициозней, задумываются даже об олимпийском чемпионе. Понятное дело, в одиночку этого не добиться, поэтому перспективы «Факела» – войти в структуру городской спортивной школы. У нас в программе, в плане открытия городской спортивной школы с двумя направлениями, значит, направление дзюдо и направление самбо. И Заволжский район как раз у нас в этом плане как бы белое пятно. Я думаю, это белое пятно мы вот таким маленьким зальчиком хорошо украсим. Тренировки каждый день. Таков график работы «Факела». В планах оборудование зала для общей физической подготовки. Помещение есть. Осталось сделать ремонт и завести тренажеры. Михаил Сашанский, новости «Ульяновской правды».